Уважаемые автомобилисты, во время движения учитывайте габариты своих автомобилей, совершая повороты, развороты и парковку. Если вы не уверены в безопасности, попросите других помочь, не нарушая правила дорожного движения. Ни в коем случае не находитесь близко с транспортом, который разворачивается. В данном случае водитель грузовика, не учитывая свои габариты, пытается совершить поворот и неоднократно повреждает легковой автомобиль. Водитель легкового автомобиля, забыв про все меры личной безопасности, ходит между грузовиком, который продолжает после ДТП разворачиваться, и своим автомобилем. Необдуманные действия со стороны обоих водителей едва не привели к печальным последствиям. Будьте максимально внимательны.